Всем привет! Сегодня в нашем видео будет вот такой виски. Это Боумо, Small Batch, то есть малая партия. Дистиллерия основана в 1779 году. Isla Single Malt Scotch Whisky. Bourbon Cask Matured, то есть выдерживался в бочках из-под бурбона. Крепость 40%. Distilled and bottled in Scotland. Дистиллирован и разлит по бутылкам в Шотландии. Ну, тут вот еще есть такая надпись, гравировка. The First Isla Malt Estate 1779. Bowmore Distillery, Isla, Scotland. Это все, что написано здесь. На контр-этикетке написаны дегустационные заметки. И на русской этикеточке написан состав. Сейчас мы его почитаем. Состав: вода подготовленная, солодовый дистиллят, краситель, сахарный колер, простой, карамель. Так, вот еще очень важно. Выдержка дистиллята не менее 5 лет. Долго я достаточно с ним посидел. Пришлось мне поразбираться в его вкусоароматике. Записывал я сначала в блокноте и списал там 2 листа, потому что очень много у меня было самых разных мыслей, пока я его дегустировал. Но потом я все это переписал под конец уже на компьютер, так сказать, ближе к концу у меня мысли более-менее сложились и больше не путались. Отдельно я себе записал шпаргалочку, поэтому буду подглядывать. Итак, аромат. Самое первое, что я почувствовал, когда только налил в бокал, вот он еще не дышал. Идеальный баланс морских нот и йода. Вот немножечко талискер, немножечко лагавулин. Вот здесь это точно есть. Дальше, после 15 минут в бокале появляются уже более отчетливые ароматы торфа. То есть этот виски уже говорит о том, что он с острова Айла, он торфяной. Но очень важно то, что в нем вот эта торфяная нота, она такая очень нежная. То есть у него подача очень такая мягкая. Дальше ощущаются вот такие вот, я это специально выписал, ощущаются такие вот осенние нотки, вот такая сырая листва, сырая кора, вот все вот в этом роде. А вот после 30 и даже 40 минут в бокале, то есть я ему давал дышать именно столько времени, внезапно появляются летние ароматы, что-то фруктовое, что-то такое цитрусовое, медовое, ванильное. Вот он меня удивил. Поначалу это такое холодное море, потом осенние нотки, и потом резко что-то такое летнее. То есть виски такой достаточно удивительный вот в плане аромата. Вот дальше я себе выписал ананасово-персиковые тона. То есть вот даже так. Аромат очень приятный, очень такой разнообразный. Очень было интересно за ним понаблюдать. Ну и попробуем его на вкус, я так сказать, сам себе напомню, какой. Вот что хочу сказать сразу. Очень нежная подача. Виски такой мягкий. Вот хочется сказать о послевкусии, но все же я о нем скажу ближе к концу видео, поэтому сейчас давайте я поделюсь своими впечатлениями по поводу его вкуса. Опять же, буду подсматривать. Самое первое, что ощущается, ну вот, конечно же, вот как я и сказал, вкус очень мягкий. Он совершенно не отталкивающий, не обжигающий. То есть вот он очень-очень нежный. Во вкусе
На первом месте ощущаются цветы и кора дуба. Ну вот это я записал тогда, а вот сейчас мне хочется сказать, что даже вот есть такие дымные нотки. Вот они идут вместе с цветами и с корой дуба. Дальше. Соленые нотки. Соленые морские нотки. Вот так вот более правильно. Вот опять же хочется вспомнить Талискер. Я очень часто вспоминаю Талискер на своих обзорах, но, как говорится, ну вот как-то так. Почему-то меня преследует его вкус. Мне кажется, пора бы мне еще раз купить себе Талискер. Мне кажется, я по нему соскучился. Что у меня написано дальше? Торф. Конечно же, торф, потому что, ну как же. Это все-таки виски с острова Айла. Хотя, я слышал, я не пробовал этот виски, но я слышал. Вот, Бунна Авен, по-моему, это он. Вот, он хоть и с острова Айла, но вроде бы он не торфяной. Не знаю, не пробовал. Я от этой дистиллерии еще ни одного релиза не пробовал, поэтому говорить, так сказать, и утверждать что-то я не буду. Вот попробую, тогда буду уже говорить что-то более конкретное. Дальше. Я немножко сбился с мысли. Ощущается сигарный дым. Да, да. И не только сигарный дым, вот еще хочется сказать, вот некоторая терпкость. Вот такая терпкость даже, которая больше ощущается в бурбонах. Вот сигарный табак, немножечко вот такой вот он горчит, и ощущаются пряные нотки. Вот в этом виске это есть. На послевкусие я сразу же вспомнил Лафройг десяточку. Вот послевкусие дымное. Вот так же, как в Лафройг 10. Ну, в общем, это все, что я хотел сказать по вкусу ароматики. Я забыл сказать про цену. Опять. Купил я его, ну, за 4000 рублей. Вот, примерно так. Ну, там, ну, плюс-минус там вот какая-то денежка, а так 4000 рублей. Что хочу сказать в завершении. Виски. Очень интересный. Это, конечно же, он меня удивил. Могу ли я его рекомендовать? Конечно, да. И мне кажется, в первую очередь я могу его рекомендовать тем, кто ни разу не пробовал торфяной виски, но хочет его попробовать. Если есть желание познакомиться с торфяными релизами, мне кажется, вот это лучший вариант. В общем, как-то так.